Коллектив канала «Открытая политика» в последние месяцы работал много и напряженно. И наша работа, конечно же, дала свои результаты. Уже в мае количество просмотров на нашем канале превысит отметку в 500 тысяч. И это нас несказанно радует. Количество подписчиков перевалило через цифру 37 тысяч и устремилось дальше. И как любой напряженный труд, конечно же, он требует определенного отдыха. И я решил все-таки позволить себе небольшой отпуск. В ближайшие две недели сетка нашего канала несколько изменится. Не пугайтесь, пожалуйста, этого. Мы вернемся к нормальному состоянию, когда я вернусь в Уфу. Я позволю себе не делать обзоров оперативного совещания две недели. Согласитесь, находясь в отпуске, на отдыхе и пытаясь восстановить свое психофизическое состояние, довольно трудно часами смотреть тот бред, который творится в правительстве Республики Башкортостан, потому я себя освобожу от этой обязанности на ближайшие две недели. В остальном все мы постараемся сохранить на своих местах. Еженедельные обзоры открытой политики будут выходить, правда, возможно, небольшое смещение по дням недели. Так что в целом открытая политика остается с вами, всегда на связи, всех обнимаю и возвращаюсь через две недели в дорогую родную Уфу.